приятным новостям. Работа мирнинского фотографа вошла в топ-100 всероссийского конкурса. На главную фотопремию года мастер отправил любимые снимки, сделанные в Крыму. Фотограф Эдуард Ковальчук. Фигура в алмазной столице знакомая многим. Без него в прямом смысле слова ни один праздник в городе не обходится. Подтверждение тому фотографии в социальных сетях. Жюри фотопремии поразила одна из работ – «Кислород». При этом изначально Эдуард считал, что поучаствовать у него в конкурсе не получится. Я быстренько понял архивы, в общем-то. Но я сейчас понял, что нужно, конечно, посерьезнее готовиться. Нужно понимать, что понравится жюри, потому что жюри большое, там 40 человек. И, в общем-то, я теперь понял, в каком направлении двигаться. Вот, и вот у меня появился, как говорится, вкус к этому, хотя я раньше, ну, мало участвовал. Раньше выставки делали просто, и все, на бумаге напечатанное, вот, в свое время. А сейчас все виртуальное, и этот конкурс сейчас прошел виртуально.